Всем привет! Сегодня поговорим об источниках различных программ для Linux-Mint, по крайней мере. Потому что вот у меня тут недавно состоялся небольшой диалог с Сергеем Бутнару, который любит пользоваться только дебиановскими пакетами. Я ему написал, что он старается использовать все возможности Минта, и дебиановские пакеты, и менеджер программы, синаптика, терминал. И даже иногда я использую вот такое хорошее графическое приложение на русском языке. То есть практически вот его можно тоже всегда там скачать и поставить. Тут довольно-таки много чего есть. Так что каждый может найти на любой вкус. А у меня в вишенке, значит, это дело сидит. Сидит, оно называется центр приложения. И вот всего лишь три команды для него. Для чего я это дело делаю и почему я использую различные источники для установки там тех или иных программ? Объясняю, что иногда что-то не ставится через терминал, иногда не ставится дебиановский файлик, иногда не ставится через менеджер программы или синаптик, иногда здесь. А когда у вас вот такие вот возможности, то это существенно повышает вероятность того, что вы сможете установить ту, допустим, или иную программу. Вот в чем дело. Дальше, значит, вот, допустим, мне пользователь написал, что я не использую там программу Qt5FS Archiver. Но я ему ссылочку дал, значит, что эту программу можно вот отсюда скачать. И, значит, вот, а также, значит, вот Сергей Бутнару тоже написал, что можно скачать отсюда. Значит, еще одним из источников, допустим, различных программ, вот смотрите, вот мой сайт. На сайте, значит, у меня имеются две кладовочки. Основная моя кладовочка сейчас находится на Кроке, потому что там очень у меня приличный размер у нее. Но вот на Меге у меня имеется папочка для вишенки, которая постоянно у меня с ней все это дело синхронизирует. То есть, если я, находясь на компьютере, что-нибудь там делаю, какие-нибудь изменения в файлике команды и видео, у меня тут же происходит синхронизация этого дела, значит, с моей кладовочкой на Меге. Поэтому всегда самые свежие версии файлика команды и видео вы всегда сможете, значит, находить здесь. Вот покажу на примере. Вот смотрите. Вот, например, у меня тут Manjaro, там Arch Linux, там различные операционные системы. А я вот, допустим, сейчас вот могу взять и написать. Вот так, в русской раскладке. Другие. ОС. Вот я сейчас его ставлю еще сюда, теги для поиска. Вот я вставляю другие ОС. И вот теперь смотрите. Я, допустим, могу взять, ну, поместить куда-нибудь вот сюда, перенести в него Ubuntu, Rasu, Deepin. То есть, нажимая правой кнопкой мышки, не отпуская ее, вот, переношу сюда. OpenSUSE, PC Linux. Очень, кстати, хорошая операционная система. Debian, Gentoo, Arch Linux,
Ну и давайте вот манжара еще. Ну и даже можем Linux для планшета вот сюда поставить. То есть видите, у меня сразу как бы меню стало несколько более понятным. Основное все, значит, идет по Linux Mint. Минту, ну и другие операционные свои системы я вниманием не обделил. Вот теперь смотрите, я нажимаю на кнопочку «Сохранить». И у меня все, видите, вот появился черный кружочек со стрелочками обновления. То есть у меня идет сейчас сразу синхронизация с моим файликом на Меги. На Кроке, к сожалению, такого дела нет, но зато Крок, у меня кладовочка больших размеров, и на Кроке, значит, вы также можете, допустим, найти вот такие вот вещи. Ну, первое, значит, имеются мои сборки, тут и Debian, и Deepin, и Cinnamon есть, и Linux Lite, и PC Linux, и Ubuntu. Значит, ну, заходите в любую, допустим, тот же Cinnamon, вот самая моя последняя, как говорится, сборочка Cinnamon 18.2. И здесь, значит, все можно, значит, вот скачать ISO файлик и почитать, значит, вот 18.2 русский, ISO файл, файл контрольной суммы, там пароль, ссылка на видео в трех различных вариантах, в старом доке, в новом доке и в LibreOffice. Вот, ради бога. То есть, также, как видите, еще два источника, откуда, значит, можно черпать информацию. Ну, естественно, значит, есть еще у меня и вот авторские сборки, допустим, вот от Сергея Тимченко. Нажимаете, попадаете к нему на сборочку. Сборки Василия Козельского он делал для детсадов, для школ, опять-таки. Сборки Андрея Шунько, Кушниренко и пользователя Качну, так он и не назвался правильно. То есть, по крайней мере, вот эти источники, ну, скажем так, они проверенные. И здесь, значит, вы сможете всегда скачать все то, что вам необходимо. И, как видите, у Linux Mint довольно-таки широкий круг или большой источник, большой выбор различных источников. И чем-то там одним пользоваться, но я считаю, что просто, как говорится, не следует. Вот пользователь написал, что он не боится терминала, просто не любит. Да не любит, пожалуйста, вот еще есть менеджер программ, есть менеджер пакетов, есть еще и вот такое вот приложение. Вот. А кто же вам мешает? Ради бога. Ну, просто я считаю, что так. Вот, допустим, природа, она человека наградила двумя глазами. Думаете, просто так, что ли? Потерял человек один глаз, а у него второй в запасе. Вот примерно такая логика. Поэтому, если у вас имеется, скажем, наготове сразу несколько источников различных там программ и приложений, то нужно ими просто уметь пользоваться и смотреть, потому что иногда, к примеру, менеджер программ ту же вишенку поставить, а если пойти на сайт разработчика, а там уже, допустим, новая версия, новый дебяновский пакетик сидит. То есть все зависит от вас, от вашей надобности в тех или иных программах. И просто грех не использовать такое богатство. Поэтому я считаю, что по большому счету, значит, смотрите, выбирайте там свои источники, сохраняйте их себе. Никто же вам не мешает. Ради бога.
Вот. Я же могу вам порекомендовать только, значит, одно, что иметь, как говорится, под рукой сразу несколько надежных источников. А уж выбрать из них вы всегда сможете, что вам понравится, или установить через терминал при помощи команд ту или иную программу. Есть такие, которые ставятся только из торбова. Вот. Или посмотреть, значит, через различные, значит, вот менеджеры программ. Ну ладно, значит, надеюсь, что я правильно ответил на вопрос, почему нужно иметь под рукой вот всегда все эти источники. Это просто повышает ваши шансы, так сказать, на успех и надежность, помогает при поиске там той или иной программы. Так что рекомендую, значит, вот пользоваться этим советом. Никогда не зацикливайтесь на чем-то там одно, а всегда имейте, так сказать, для подстраховки несколько вариантов. Вот таким вот образом. Ну ладно, желаю вам всего доброго и до новых встреч.